Привет, друзья, еще раз, это вторая часть. Снимаю о счетчиках Гейгера-Мюллера СБТ-11 и в установке. Вот это был преобразователь, и куда-то подавались импульсы. Какой-то дозиметр, радиометр. Значит, разобрал я вот эту панельку для крепления. Здесь нашел еще замотанных в ткань два конденсатора плоских керамических. Вот их маркировки. 4/70, 15 плюс-минус 10%. Плоские, голубенькие. Голубеньких никогда не видел, но я более чем уверен, что они с драгметаллами. Скорее всего, платина-палладий в них есть, так как и в зеленых каемках. Вот, кто знает что-то об этих конденсаторах, пожалуйста, напишите комментарии, какие здесь номиналы по емкости, напряжению. Вот голубенькие, плоские, интересные такие два штуки. И вот здесь в термоусадке кембрики резисторы есть. Тоже неизвестно, на сколько мегаом. Ну, попробую разрезать эту штуку. Вот такое было подключение. Интересно, да? Ну, попробую при вас сейчас прям этот резистор разрезать. Это быть номиналы. Вот, зелененький такой резистор. Сколько там чего, сейчас глянем. Ну, смотрите. 5 мегаом, наверное, 1W. Что-то написано 5 мегаом, 1W. Как-то так. Кто знает номиналы, напишите, пожалуйста. И кто знает, в каком дозиметре, радиометре была вот эта запчасть, тоже напишите. Очень интересно. Мне чрезвычайно интересно, в чем, в каком приборе стояла. И причем вот здесь, видите этот разъем, он вот пружинит. Точно это вставлялось куда-то, это блок был. То есть вот так вот защелкивалось оно вот. Пружинистая вставлялась, этот разъем, и детектировался, ну что-то детектировалось этим счетчиком. Все, друзья, всем пока, пишите в комментарии любые ваши мысли. До новых встреч.